Какие вопросы необходимо урегулировать для бесперебойного функционирования курортов Теберда и Домбай? В преддверии открытия горнолыжного сезона представители власти, бизнеса, правоохранительных органов, МЧС, энергоснабжающие организации обсудили вопросы развития туристической инфраструктуры, обеспечения безопасности и сервиса для туристов. Алла Качеева подробнее. Карачаево-Черкесию смело можно назвать горнолыжной столицей юга России. Совсем скоро состоится открытие горнолыжного сезона. О том, насколько готовы здесь оказывать качественные услуги, говорили сегодня на совещании. Важность проведения мероприятий по оценке подготовки курортов к горнолыжному сезону обусловлена тем, что уже на протяжении десятилетий Домбай и Теберда являются одними из самых востребованных и любимых туристами мест со всей страны. Здесь прекрасные условия для развития туризма. Красивая природа, чистый воздух, удобные спуски, устойчивый снежный покров и местное население, отличающееся гостеприимством. Особое внимание на координационном совещании, которое прошло на базе национального парка в Теберде, было уделено вопросам организации безопасности туристов и оказания медицинской помощи, состоянию трасс, техническому составляющему подъемников, работе различных сервисных служб для наиболее комфортного пребывания приезжающих. Проведение сегодняшнего мероприятия обусловлено необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, жизни и здоровья граждан нашей республики, гостей республики, туристов, которые посещают наши туристические курорты для развлечения, для отдыха. Глава поселка Домбай Альберт Байчуров отметил, что к началу горнолыжного сезона курорт практически готов. Но есть ряд инфраструктурных вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Это реконструкция мостов, благоустройство территорий, в том числе и парковочных мест и штрафстоянок, также вода и электроснабжение поселка. Говорили собравшиеся и о необходимости усиления систематической работы, направленной на разъяснение правил поведения в горах, обязательная регистрация туристических маршрутов, принятие мер по контролю за неорганизованным туризмом. Также об обеспечении готовности различных структур, таких как МВД, МЧС и других, к реагированию возможных чрезвычайных ситуаций, постоянному проведению мониторинга лавиноопасных участков, организации взаимодействия бизнес-сообщества и сервисных служб. Ведь развитие туристической отрасли является одной из приоритетных задач руководства Карачаево-Черкесии. Тем более за последние годы туристический поток в нашу республику вырос в разы. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг. То есть это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах. То есть кто имеет право предоставлять эти услуги. Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги не соответствующим образом, так сказать. Вот. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому, уборка снега, мусора и так далее. То есть самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоит. Выслушав доклад и обращения, высказанные предложения руководителей органов исполнительной власти, а также заинтересованных структур и организаций, представители бизнес-сообщества, оказывающих сервис, мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов обозначил круг задач на предстоящий горнолыжный сезон. Градоначальник отметил и необходимость обеспечения непрерывного мониторинга обстановки и принятия дополнительных мер по обеспечению бесперебойного снабжения объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса и их безаварийную работу. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Теберда.